Так, до нашої студії сьогодні завітав Мурат Каймаразов, радник з питань міжнаціональних відносин голови Миколаївської обласної ради та голова товариства «Дагестан» у Миколаївській області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ми будемо ознайомитись із мовою вашого народу, так? Якщо я не помиляюсь, даргинська мова, якщо правильно. Так, да, ну діло в тому, що унікальність Дагестана заключається в тому, що государственных языков в Дагестане, где государством предусмотрена литература, в школах, везде изучаются, это 7 языков, чисто государственного плана. А в целом в Дагестане более 40 с лишним народов проживают, национальностей. Были языки, которые практически даже исчезли, это были старые времена. Вот. Но если говорить о моем родном языке, мой родной язык – это даргинский язык. У даргинцев тоже абсолютно разные наречия есть. Есть, например, кайтасское наречие. Вот я представляю себе кайтак. Кайтасский район, кайтасское наречие. Вот эти слова как раз написаны на моем наречии, даргинском языке. Есть, например, даргинский язык акушинский, есть кубачинский. Где-то около 6 направлений языков даргинских в том числе. Что это имеется в виду? Вот есть такие, например, районы, где даргинец даргинца еле-еле понимает. То есть литературный язык, есть язык местности. Вот, поэтому вот этот язык, язык, на котором говорят кайтахские, кайтацы. Вот. Вот, мы можем даже остановиться на каждом из этих слов, которые я вот предлагаю нашим телезрителям посмотреть. Тобто ми вчимо все ж даргинську мову, але оно... такий підвид кайтарський. Да, так? Откуда вона появилась, наприклад? Да, вот, очень часто спрашують, какая письменность, когда она появлялась. Например, у нас изначально была грузинская письменность, далее арабская письменность. Арабская письменность очень долго была. Помните, еще империя турецкая была, те времена, когда были русско-турецкая война была и так далее. Очень часто менялась письменность. Далее, вот на сегодняшний день славянская кириллица у нас. И количество букв в алфавите у нас 46. С добавлением различным, понимаете? Поэтому это очень долго пояснять. Вот, но в данном случае я хочу просто нашим телезрителям рассказать, что собой представляем салам алейкум. Салам алейкум. Это приветствие. Это приветствие. Вот говорят здравствуйте, да? У нас говорят салам алейкум. Говорят все народы. Это арабский язык, с арабского слова салам алейкум. Это мир вам. «Ва алейкум ассалам» отвечает «И вам мир». То так, есть «Салам другу... алейкум» выходит так, да. А відповідь? «Ва алейкум ассалам» или «Алейкум ассалам». «Алейкум». Да, поэтому, боже, когда... меня язык запутался. Очень часто я встречаюсь с нашими, моими славянскими друзьями и даже говорю «Салам алейкум». Вот, если кто не понимает, я говорю, это переводится так вот. И ему очень приятно слышать, что я желаю ему мира. То есть это не просто привет, это миру вам, так? Это вот поклик нам. Да. А наступное, это то, как мы можем познакомиться. Например, одно из таких вот слов, вот я могу вас спросить, как вас зовут? Чабикараэт. Чабикараэт. Татьяна. Чабикараэт. Да. Ну, и он отвечает, дамбикар. Султан Мурат. Например, меня зовут Султан Мурат. Так, еще раз давайте відповідь, як правильно сказати. Чабикараэт. Так. Ви отвечаєте дамбикар. Дамбикар. Меня зовут. Ага. Дамбикар. Султан Мурат. Ну, мене звати или Таня, дамбикар. Вот. Вот. Дальше, вот смотрим мы маму. Во многих народах наших аба. Аба – это мать, мама. Вот в переводе написано Аба. И во многих других народах тоже вот очень коротко такое название есть – Аба. Вот. Девушка, например, вот… Рурси. Девчинка, да? Рурси. Вот. Мальчик – Урши.
вот почему я сказал, что у нас 46 букв, потому что, например, есть такие буквы, буква К. К букве К добавляется еще одно дополнение, например, твердый знак. Буква К и твердый знак. Это К. Например, если говорит «это груша», например, «груша», «кар». «Кар». К удивлению, многие, когда мы ведем разговор, наш язык, ну, как бы сложно говорить. Учиться языку с детства – это очень сложно. Вот много интересных вот есть вещей в каждом из нас, в каждом народе. Вот почему, собственно говоря, я являюсь сегодня советником по вопросу межнациональных отношений Николаевского областного совета, нашего председателя Москаленко Виктории Викторовны. Потому что я живу здесь на территории Украины более 40 лет, 45 лет. И я изучал культуру разных народов, абсолютно. А менталитет этих народов. Мне нравится величие украинской культуры. Да, вот в чем величие нашей украинской культуры? Это элементы многообразия. Вот когда мы научимся беречь эти элементы многообразия Украины, вот тогда мы поймем, насколько красива Украина. Понимаете, это очень важный элемент. Ну, и мы намагаємось це робити саме через вот, таку рубрику. Вот то, что мы сегодня так. с вами делаем и обучаем наших слушателей хотя бы маленьким азам и разным народам, это очень важный для нас с вами элемент. Так, на жаль, маємо робити вже паузу, вже завершувати, але у нас ще буде місяць, будемо вчити знайомитися з цією мовою і з цією культурою, тому будьте разом із нами. Мурат Каймаразов, голова товариства Дагестану Миколаївській області, сьогодні був у нас в гостях. Я вам дякую за те, що завітали.